Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Я отправил своему заказчику назад все его ножницы, отправил туда счет, и у меня, как говорится, освободились руки. Освободились руки для экспериментов. И вы знаете, я все время хотел как бы попробовать то, что до этого ни разу не пробовал. Я хочу следующее. На фоне зелени у меня в окне сфотографировать, допустим, какой-то маленький натюрмортик такой. В этом случае лимонный сок я решил снять как бы. И вот, вы знаете, я все к этому приготовил, и мне такое ощущение, что это должно получиться, в общем-то. Давайте я сейчас сниму камеру, а облечу ее вокруг. Итак, как видим, здесь у меня стоит тубус, или как вы еще его называете, снуд. Он направлен вот на эту часть. Секунду. То есть я поставил два блока пенопластовых под углом к камере. И если одна служит просто отражателем, то а вторая отражает уже вот этот свет, то есть который идет от снута, идет вот сюда и потом уже бьет в саму сцену. Я решил сделать такую, знаете ли, композицию про лимонный сок. Я вот только смотрю, куда-то у меня упало. Вот здесь была такая, еще одна такая. Ну, сейчас найду, поставлю. И буду фотографировать. Сейчас посмотрим, что получится. Моя мысль была о том, что вот это сзади все должно размыться в хорошее боке. А свет от вспышки поможет мне осветить эту часть. В общем, я большие надежды на это дело возлагаю, потому что если получится, то в принципе будет хорошая мне помощь. Ну вот, а теперь осталось просто-напросто сфотографировать это дело. Так, сейчас я сразу кадрирование сделаю. И сфотографирую. Ага. Вот так. О, вы знаете, у меня такое ощущение, что у нас полпинка получилось. Ага. Ну что ж, дорогие друзья, тогда мы с вами сейчас пойдем в Photoshop и посмотрим там это еще, хорошо? Так, вот наш RAW-дата. Выглядит совсем неплохо даже. Так, ну давайте посмотрим, что тут можно сделать. Так, я смотрю, немножко темного надо добавить. Вот так, да? Вот так. Ага. Так. Затягивать не надо. Перебор, динамик. Ну, динамик так оставим. Ясность. Контраст. Да, пожалуй, вот так. И пойдет. Давайте открывать. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно сразу обрезать. Так, 2:3. Вот так. Картинку вырезать. Вот она, картинка вырезанная. Ну что ж, свежесть есть. Резкости можно было побольше, естественно. Но это первый грим, поэтому как бы пока не обращаем внимания. Так. Здесь все нормально. Ну хорошо. Давайте мы заделаем вот эти дырочки. Чтобы здесь они как бы совсем ни к чему.
Так. Вот так. Так. Пойдем здесь посмотрим еще. Так, здесь тоже заделаем. Зачем нам это? Ни к чему. Вот. Так, окей, хорошо. Вы знаете, дело в том, что единственное, что я, может быть, сейчас попробую апельсин чуть подсветить, но и то навряд ли. Так, вот так. Ну-ка, уберем. Черную маску поставим и здесь пройдемся сейчас беленьким. Да, чуть-чуть вот так, так. И на листьях желательно так. Хорошо. Вот здесь бы наоборот надо было бы затемнить. Но мы сейчас сделаем следующим образом. Мы пойдем еще раз вот сюда, возьмем еще раз открыть это дело. И здесь сейчас свет уберем. Вот так. Угу. Есть. Теперь Ctrl-C. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Найдем теперь, где она там у нас совпадает. Вот тут. Проверяем. Да, отлично. Так. И тоже убираем его с помощью черной маски. Идем сюда. Насыщенность уберем. Ну да, придется, конечно, поступиться с этой дырточкой. Ничего не сделаешь. Еще раз сделаем. Так, и вот так. Угу. Есть. Перевели все на один слой. Ну, еще раз. Надо было с самого начала так сделать. Ну, никогда не угадаешь. Сейчас мы заделаем, да и все. Тем более, что это на таком лимоне это несложно. Так. И здесь. Ну и что ж, и получилось довольно-таки и неплохо, я вам скажу. Так, еще раз поиграем теперь настройками. Но здесь все нормально показывает, что тут нечего играться, тут все хорошо уже. Ну вот таким я, в принципе, был бы доволен. Хорошо. Быстро и, в принципе, на мой взгляд, симпатично. Ну, дорогие друзья, как видите, этот эксперимент, на мой взгляд, удался. Теперь надо посмотреть, какие стаканы, так, ну, здесь на прозрачность надо еще посмотреть, как это будет играть. Я доволен и рад, что я могу с вами чем-то очередным, но, возможно, для меня, но поделиться. Итак, желаю вам всего доброго. До новых встреч. С вами была фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Пока!